Небольшая, но интересная история, как я попала в Штаты. Это было 3 года назад. Но изначально я поступала в Малайзию. Мне было 18. Родители, я из консервативной семьи. Родители не хотели, прям вообще не хотели, чтобы я поступала в Штаты. А ты хотела уже в 17 лет? Прям да, сразу подумать, да? Да, я смотрела MTV, там был шоу American Best Dance Crew. Я всегда мечтала, блин, я хочу в Голливуд, там танцевать, все такое. И тогда меня родители переправили мой мозг, мое направление. А Малайзия, я поняла, что Малайзия очень страна, где я не развиваюсь, мой язык не развивается, английский у меня просто ухудшался. У меня начал появляться какой-то акцент на малайзийском. Да, и я поняла, что мне нужно вообще выдвигаться из Малайзии куда-то другой штат. Ты там проучилась 3 года? 2 года. Foundation, первый курс, получается. Вот, в течение первых 2 лет я, короче, участвовала в конкурсе, где нас отправили во Францию. И после этого я такая, когда была уже во Франции, я поняла, что Малайзия отстает на несколько лет. И я должна двигаться, короче. Я приехала обратно, все документы собрала и подала в Штаты. Вот так вот я уехала в Штаты. Сколько у тебя заняло по времени собрать документы? Собрать документы буквально месяц. Я потом уехала обратно в Казахстан. Мне пришлось сдавать все изначально на паспорт, получать на визу, то есть на визу документы. Но что было классно, то что американский университет, в который я поступила, они взяли кредиты, и мне не пришлось заново все учить. То есть предметы, которые ты уже изучала, тебе перевели в американский. Да, я отучилась, получается, 2 года в Малайзии, 2 года в Штатах. Ну, это классно. Да. У тебя какая история? Меня зовут Инесса, я тут совсем недавно, я приехала в январе этого года, 2017-го. Приехала на стажировку, я на данный момент еще заканчиваю свой универ в Китае. И у меня последний год, 4-й, это просто стажировка, 2 семестра. Можно ее проходить в Китае, можно в любой другой стране, можно у себя в стране. Я сама из России, из Владивостока. Владивосток, респект. И вот, но я хотела, потому что я знала, что у меня больше не будет такой возможности вырваться куда-то на 1 год в любую страну. Это единственное время, когда я не привязана к работе, к учебе. И я решила прям воспользоваться, поехать в Штаты. Нашла компанию. Я сейчас работаю в компании, у них есть офис в Китае. И то есть я с этой компанией была знакома еще в Китае, когда училась. И они мне помогли, они мне оформили все документы на визу для моей стажировки. У меня это заняло очень много времени.
времени. Все реально много. Ну, почти что год. Что? Да. Ты год собирала? Я год собирала документы в Штаты? Ну, возможно, из-за моего российского паспорта. Ну и требования для визы для стажировки, это J1 виза, гораздо, мне кажется, более требовательные. Проверяли полностью мой универ, все мои предметы, насколько я подхожу на эту должность, проверяли мою компанию полностью, которая меня приглашала. И у меня ты было... молодец, ты не сдалась, даже если это тебя заняло. Я прям заняло. Под самый конец, мне уже, на самом деле, я думала, все, может быть, это не мой путь, может быть, мне не нужно. Ехать, я хотела отказаться, но до конца все-таки довела это все. У меня было там 3 или 4 интервью и с посольством, и с консулом, и со своей компанией, и с компанией-посредником. Ну, в общем, в итоге я здесь, я очень рада. Классно. Но я вообще ехала сюда, у меня не было, ну вот когда, но у меня не было знакомых, кто тут учится или кто тут работает практически. Вот, то есть я все ехала сама, у меня была бронь-отель буквально на неделю. На первую неделю, и я знала, что за неделю мне нужно кровь из носа найти какое-то жилье, ну, на более длительный срок. Ну, конечно, я изначально спрашивала у моих коллег по работе, будущих коллег по работе, какие сайты, в основном потому что через интернет это все делается. Я заранее пробивала примерные цены на квартиру, Сан-Франциско цены нереальные. Это ужасно дорого, это... просто надо снимать. Да. Что бы ты сказала, что вдохновить людей? Что тобой движет? Вообще, лично у меня такое впечатление, да. Что в Америке, мне кажется, энергетика даже... Я не знаю, может быть, это странно звучит, но тут совсем другая энергетика, тут хочется постоянно что-то делать, куда-то двигаться. Да, если ты ничего не делаешь, как будто ты отстаешь. Да, у тебя вот такое чувство, что ты теряешь время. Да. Хотя у меня раньше такого не было. У меня тоже не было, да. Люди очень фокусированы, очень заинтересованы в здоровом образе жизни, то есть ты видишь, как все бегают на холмах, кушают здоровую еду. Очень дружелюбные, очень вежливые, воспитанные, это тоже прям огромный плюс. И для меня это, например, очень важно. Я себя гораздо комфортнее чувствую в месте, где все очень такие френд. Есть, конечно, свои минусы своего города, о том, давай расскажем о минусах. Да. Давай. Нет, на самом деле, я когда только приземлилась в Сан-Франциско, у меня были очень большие ожидания, потому что, ну, я была уже наслышана, что какой-то прекрасный город, и я ожидала, что все будет прекрасно, радуга, единороги. В розовых очках. Да, в розовых очках, и я приезжаю в город, в Сан-Франциско самая большая концентрация бездомных людей, и это заметно, особенно в центре города. Это невозможно не заметить. Да, ты вроде думаешь, что в центре города не должно быть бездомных людей. Да, но их там очень много, буквально на каждом шагу будет лежать какой-нибудь бездомный человечек со своим одеяльцем. И запах очень неприятный. Да, скажу. То есть... Первые мои 3 дня я просто ненавидела Сан-Франциско. Mm. Я жила, вот я же говорила, первые мои дни я жила в центре города, и куда ни пойду, бездомные люди, очень воняют, я думаю, еще мне пристают. Я думаю, куда я попала? Что происходит? Верните меня в Нью-Йорк. Потом вот пожелаю еще, потом только-только понимаешь изюминку Сан-Франциско, когда ты выходишь, где нет бездомных, когда ты находишь крутые места, вот, сердце Сан-Франциско, когда ты найдешь, ты тогда почувствуешь, что, во, оказывается, это тут круто. Да, тут надо пожить, нужно к этому всему привыкнуть. Мне кажется, многих останавливает, что в Америке очень дорого, тут действительно очень дорого, но тут и очень огромные возможности. То есть главное доехать, главное сюда попасть, и дальше все будет отлично. Не все сюда едут с большими деньгами и с большими связями. Я много чего боюсь в жизни, да, от природы. Я от природы стеснительная, я очень много чего боюсь, всегда много думаю. Да, ты стеснительный и много чего боишься. То нужно ехать и прям, потому что в России я тоже, я была совершенно не самостоятельным ребенком, вот прям совсем. За меня постоянно решали все родители. В Китае тоже у меня был брат, и чуть что какие-то проблемы у меня были с жильем или материально, он мне всегда помогал. То есть мне казалось, что я там такая самостоятельная, а на самом деле нет.
У меня всегда был брат, который мне, если что, помог. Но вот в Америке я поняла, каково это, когда у тебя нет ни знакомых, ни родственников, ни связей, ни денег, ни работы. Да, и ты тут никто, ты тут просто приезжий иммигрант. И... Хорошие позитивные мысли. Настрой. Настрой, хороший настрой, позитивный настрой. У нас до сих пор есть проблемы. У всех есть проблемы, они всегда будут. Мораль нашего влога — это есть то, что надо двигаться вперед, что у всех все получится. Я надеюсь, мы чем-то, кому-то помогли, ответили, может, на какие-то вопросы. Мой совет про Сан-Франциско. Давай. Если вы едете в Сан-Франциско, возьмите с собой теплые куртки. Да. Потому что она всегда меня заставляет что-то делать. Ты сама не делаешь. Она вот маленькая, но она очень нет. Боси. В общем, пробный влог. Мы постараемся записать что-то более интересное.